Всем привет, меня зовут Валентин, я руководитель компании firepit.ru. Мы занимаемся производством банных чанов, костровых чаш и сфер для костра. Сейчас я записываю небольшое обзорное видео на нашу костровую чашу «Жар-птица». Вот в данный момент мы занимаемся предварительной упаковкой костровых чаш для того, чтобы отправить их в транспортную компанию, и записываю вот этот небольшое обзорное видео. Это обзор на костровую чашу «Жар-птица» диаметром 80 сантиметров. Давайте посмотрим ее рисунок. Сама жар-птичка. Данная чаша выполнена в диаметре 80 сантиметров. Посмотрите на эту игру теней, а? Как это классно выглядит. Вы представьте, как это будет выглядеть, когда внутри будет огонь, и вот такие очертания будут на вашем участке отражаться тенью на предметах, которые находятся недалеко от чаши. Как за ней будет классно сидеть. Обязательно, если купите у нас эту чашу, пришлите нам видео, как она у вас на участке установлена, чтобы мы могли посмотреть и показать другим, как это классно выглядит. Данная чаша укомплектована у нас также зольником. Он устанавливается снизу. Можно установить на любую нашу чашу. Это, собственно, площадка под зольник. Зольник сейчас уже упакован. Можете посмотреть его отдельный обзор. Есть у нас на сайте, есть на YouTube-канале на нашем firepit.ru. Также можете в Instagram найти его, посмотреть, либо запросить у наших менеджеров, там подробно есть подробный рассказ про зольники, как они у нас сделаны, из чего, как они выглядят. Вот, данная чаша выполнена из стали 4 мм, можно выполнить из 3 мм, если есть большое желание, можно выполнить из 2 мм, либо заказать наоборот еще толще, да, если вдруг захотите, тоже можно сделать дополнительно, но базово на самом деле 4 мм более чем достаточно. Очень крепкая, горячекатанная сталь, не будет никакой деформации металла, вот, и достаточная толщина для того, чтобы она услужила долгие годы. Кольцо жесткости, о нем мы уже также подробно много раз рассказывали. Решеточка решетка для зольника. Вот такая чаша, такой небольшой обзор. firepit.ru. Обращайтесь, менеджеры вам более подробно расскажут про эту и про другие наши чашки. А у нас их более 25 видов.